Сразу лаги появляются. Когда я сижу, играю в офис, и сосед что-то смотрит фильм со своего Wi-Fi. Да не, шкаф. Фильм-то это ладно. Есть вот шкаф. Качать что-нибудь начинаю. Я бы сказал, что часа на самом деле самое палевное. Но в уме не так примет. Просто на соседовском Wi-Fi играю. А, ну это отлично. Самое палевное, когда ты сидишь, играешь, и у тебя сосать начинает. Да нет, нормально, в принципе. Прилегает, так сказать. У тебя сосать начинают? Нет, никто. В данный момент у меня мужка коллектор сидит. Это как это, блядь? Типа такой, нет, нет, блядь, я танчу лича. Да, да, давай, ладно. В Башорге в старом когда-то было это. Своему, говорит, намекнула, говорит, что утром хочу проснуться от орального секса, говорит. Пиздец, говорит. Просыпаюсь от того, что он нежно хуем тычет мне в лицо. Я понял. Нормально. Я понял, что я нихуя не понял, блядь. Слава, просто ты старый. А чё, где маги, где баф? Да ладно, забей. Бафы какие-то. Так, один из палов, давайте на блуднигу. Садитесь. Вообще похуй, абсолютно. Нахуй надо отбегать. Главное, не на лицо. Так, крестик там подбейте, кто там. Реальный, Shadow и Crysis. У нас поменьше ДПС. Так, секунды, смена цели. Скажите, как Геру дать. Так, что там, 27 агра? Это маловато, да? Ну, чтобы так поближе к центру их поставить? Или так нормально? Не знаю. Что... По центру, держи боссов, да. Боссов, конечно, поближе надо подвести, чтобы холипалы доставали через частицу, когда хилили. Вот здесь, тебя. Вот здесь, держи. Чтобы того танка тоже хил доставал, потому что там рейндж 60 метров. Или 50, или сколько там. Пружинка закинулась рядом. Да, это опасная хуйня. Чё, понял? Да. Давайте, Герл. Да, уже не надо, так добьем. Сука, перегнали в конце, блядь, пиздец, нахуй. Так, кольцо. И параша. Не отказывайся, за бесплатно. А как работает ЕПГП? Я давно установила, ничего не понимаю. Ну, у тебя сейчас вылазит табличка такая длинная. Да. Ну вот, жми. 100% это когда тебе сильно надо, 50% когда не сильно, 10% очень не сильно. Я поняла, я поняла. Кредит это бесплатно, без ГП отдают. Нету. Это распыл. За 10%. Бесплатно, может, какой-нибудь небелунка дается, блядь. Который потом на килисете сферой пиздит. Тогда надо за ГП его дать. Типа в прошлый раз, когда я танчил, с Небелунга 3 вальки подлетело, давай сферы пиздить.
Так, вой. И ты говоришь, почему агран нету, ебать? Потому что не бион пиздит сферы, а я без сфер не могу танчить его. Воид фури, я прицепился. Куда он прицепился? Ну, следую за... А, не, за водиконом я следую. Все, курить. Бля, задал. Скоро легкие выкинешь. А мне спектр... блядь, у него игра не работает. То на трэше он курить уходит, а потом как выпадет шмотка, скажу, ебать, блядь, давайте. Бесплатно. Да-да-да, бесплатно, блядь, у меня микро не работает. У меня так игра он не же, работает. Он с циркуля там. Сел, у тебя зависть ко мне какая-то или... Там все такие... Какая зависть, блядь. Ну, типа, я захотел, пошел курить, в чем проблема, ну, на трэше. Если ты не можешь себе такое позволить, то ну как бы, ну, твои труды. Да кури за столом. Чё это, если я не могу такое? 200-е плечи тут фиолетовые. Вот. А можно и под? Курят это... Там в нижнем. Просто я не курисос, так что. Это эти, как они называются? Хуй сатаны курят. Ты про вейпер? А? Ну вейпы сейчас это пошло. Ага. Ну я хуй знает, и то, и другое, что это. То, что это одна хуйня. Там, кстати, есть еще аддон пишет, в каком мобе лежит шмотка. Угу. Не забывайте. Агрон на тактике набирайте. Агрон на тактике наберите. Стаунтите и набирайте агрон. Сейчас в рейс сдохнет, нахуй. Глыбу нажми. Че, можешь их сюда и кобу взять? Да зачем? Ну, рога под колбой набулит. Да похуй. Я бомжей сдам. Давай. Чё там? Врывайтесь, ебаш. Не в ДЦшке или в холика? Не знаю. А чё, ДЦшки 2? А чей рогнул-то? Это Дурган или как-то там? Можете, ДЦшников 2? Можете в двух остаться на этом бусе. Супрадум. Супрадум. Так, хилы, короче. Просто определитесь, кто какой пати будет читовать. Будешь Сударган. Так, хила будешь в центре на взлетке. Так, Гандальф, будешь в луне на взлетке. К меткам никто не подходите там, чтобы вас не убило. Бамми, будешь... О, гений. Фокус, это по-любому ты, да? Ну, конечно, он. Да, вон написано ДБМ. Да-да-да. Это я. Бомжи, блять. Блять, как ты заебал? Это ж ты на Синдре постоянно нажимал. Да, 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 это пиздец. У тебя макрос или чё? У меня дох. Он мозг прокурил, нахуй, не слушайте его, блять. Какая здесь дистанция? 10, да? Да. По-моему, вообще 6, блять. Ну, можно и 8 держать. Так. Ну так, блять, ну надо же вынуть Геру, это же не смешно нихуя. Придется умирать. Не. Да кофе на этот, ну класс, это, блядь, 25 оп, тут нахуй без Геры можно пройти все. Так, на ну, пол... с Герой было бы лучше. Кто там МТ из вас? Боссов? Давай я. Ну, Штастик?
А у нас второй ДК? Да. Пусть ДК. ДК, давай МТ. А то сейчас агро начнет гулять. Босса не таунти, потому что не хочу, чтобы танк укус получал. Просто идешь, автоатака бьешь рядом с блуднигой. На блуднигу 4 на пула даете. Сюда ее отчет. На первой взлетке блуднига не зыбку дашь. На второй там какой-то хапал даст массакру. А что, мне можно курить идти, да? Почему? Ну а что мне тут, если стоять рядом, автоатакой бить? Почему? Бей потом. Потом нормально можешь убить. Укус получили, теперь можно бить. Да. Это чтоб сначала никакой хуйни не было. Я с этим... С бенстиллером вроде как в десятке его был. Он, короче, с пула ебашит. Агро выше танка, он нажимает копии. И она просто подлетает к нему, разворачивается, бежит, а МТшника кусает меня. Бичи, хули сказать. Это потому что оно агро скидывает эти копии. Не скидывает, оно будет их все разводно. Замораживает. Как хэлла сдох. А пролетело две плюхи. Вставалка есть? Не, нету. Если у Хэлла, готовьтесь захилить его. Давай, захиливайте. Так, сейчас тебе нырок дам. Ну что-то я сейчас умру. Да а че у меня, блять, укус нахуй стоит в КД? Да тихо нахуй. Хильте как-то лучше, что за хуйня с хилом? ДЦшники, блять, вы будете щиты кидать или что это за хуйня? У Дикона захильте, блять, хилы. Ставь тотем и неола гимну ману читай. Вадикон там кому-то закинь, кому-нибудь. Я дал палу. Угу. Забегаемся с красной хуйней быстрее. Пизда, бля, я понял нахуй. Хиль, будете или чё? Ложитесь. Она... Падаем, в тени заходите. Кому-то диван там дайте. Давай я в холика. Да хули толку с этого холика? Тут холика есть толк. Угу. Да там нихуя толка нету, блять. Нет. Мас просил. Тут есть, есть. Че с абсорбом? С абсорбом, линканите абсорб. Че за, блять, хуйня? А где? О, блядь, как это посмотреть? Не знаю, кто-то нормально. У кого есть. Да, нормально там, это будет соблюдение. Это будет соблюдение. И не он, брата. Масрез дайте. Так это... Что за хуйня была сейчас? Да не хватило хпс именно чистого. То есть абсорба хватило бы, ну, по стандарту нормально. Иниола какой-то... Иниола, ты в холике? Нет, они оба... Не, Иниола читует. Нормально. Да как так? Бля, тресните еще раз, пожалуйста. Кого он читует? Иниола 38 щитов, Гендальф 60. Ну это какая-то хуйня. Я у Иниолы смотрю 4900 хпс. Он обновлением Т4 хуярит. О, это не он. Он просто кидает молитву. Молитва. Ну, она кидает, чтобы вертаться в ДЦ. У любого ДЦ есть такая херня. Если он не юзает, значит он рак несчастный. Ну вот у Гандальфа нету этой молитвы. Возможно, Т4 нет. После тумбы рыба стоит жить. 5 молитв этих. Короче, это какая-то полное говно, блядь. Давай я в холику спекаю. Что, мне на ДЦ надо зайти? Да в кого хотите спекайтесь, я не знаю, блядь. Ну, вы не захиливаете. Я хочу, чтобы Войт в Рудру спекнулся. Это полная параша, блядь. Дело было не... Нет, здесь хапал не нужен. Здесь двоих достаточно. Чистого ХПС. Не абсорба, а именно ХПС не хватило. Два хапала и Аршам не справились. А где челики остальные? Мы же масрез давали. Давайте шкаф. И штуком сами бегут. Здесь не хватило масхила. Ну я ж говорю. Ой, бачка. А, ну а какой там, блядь, масхил, блядь, от этого, от холипала? Дайте мас, это, я дайте мас... Я на холика. Дайте мас шкаф, блядь, лучше. Алло, блядь. Надо сумануть 5 человек, блядь. Ай, блядь. Бетон, крузис.
Они нахуй уже прибежали, пока вы ставили шкаф. Так я ж писал, у меня шардов нет больше. Я отходил. ГЦ хули? Две рыбы поставили, зачем? Я бегу. Ну чтоб одну ел, а другой закусывал, блядь. Вдруг одна испортилась. Там просто на одну сели. Топа, ты где? Бегу, бегу. Возле принца бегу. Так я сумнул тебя, блядь. Пришло. Сука. Блять, бан, поставьте кто-то банк, блять. Мне забагалось, нахуй. Ага, спасибо. Да ебаная ты пидораска, блять. Нажал бутылку, перекидываю ее в сумки, этот каст отменяется, нахуй. Все, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Вы будете с красным говном сбегаться, блядь, что так долго? На пиздец кого? Молчи. Попустил просто. Да не, я могу начать, говорю, просто мне впад. Тем более. Да делать нехуй. Лучше не на боссе. На боссе говорить, блядь. С центра ушли. Зачем ты подошел ко мне? Реси в диконы. Ставь тотем Гэндальф Гилм на ману. Ну бля, шамана укусите, ё...
Молчи. Ты в миле вбиваешься, зачем РДД, если кусать? Что, мельком тоже раздавать? Вышли с центра. Чё там, зубов нету никаких, аниол или крылья на себе? В чём ты там на взлёт кидать на себя? Или что у тебя? КД это вся хуйня? Ебать. Гоните, конечно. Укусы передавайте. Где укус еще? Он бегает, убейте Shadow. Его. Вот оно. Фокус, Шаду, вы что, два дауна, блять? Ну, получается. Убейте их. Пиздец, бомжи, нахуй. Че, плотнички есть? До них тринять. Лучший ут для лучшего рейда. Залупа тринять, да? Охуеть просто. Бля, хули, на Т4 собирать, нахуй, если в хиле постоянно хожу. Тебе карта нужна? Да, надо. О, зато Геру дали после убийства, круто. Блядь, проебал, не засчитали, сука, босс. Фила, у тебя сколько хосты? Мани. Ну, вот этот холик от олух был тоже. Угу. Да не было там нихуя. Да было. Да не было. Кука сильная. У тебя сейчас я гляну, как он у тебя одет. Это вообще хуйня. Круг исцеления, молитва исцеления. Какая еще молитва? Зачем ты это жмешь? Неправильно хилишь. Тебе покажу как-нибудь, как надо хилить. Так. 4 есть, камни есть. Тапки пиздец, конечно. Запястья надо нормальные какие-то, а не эти. Шея пиздец, конечно. Надо серебра. Так. Угу. Ну вот это вот. Вот это у тебя зачем вкачано? Снижает затраты маны на заклинание малое, исцеление, исцеление, великое исцеление, божественный гимн, исповедь. Бесполезная хуйня. Лучше два таланта в тело и душа. Не надо. Надо. Но тут, конечно... Там билд, по-моему, клевый. Вот смотри, вот логика. Вот ты вкачиваешь талант подвижность мысли и при этом хилишь молитвы исцеления. Подвижность мысли, она на мгновенные заклинания. Ну, в плане того, если бы ты спамила обновление, круг исцеления и молитву. Круг исцеления спамлю постоянно. Так, ну, как откатывается. Так у тебя на втором месте по захилу молитва исцеления. Молитва исцеления — это каст сильный. Очень дорогостоящий каст. Вот, он у тебя на втором месте. А должно быть на первом месте обновление, на втором круг исцеления, на третьем молитва восстановления. Молитва исцеления, ну я не знаю. Пока ты ее кастуешь, ты, ну, падает рейд. А если ты раскидаешь 10 обновлений, это будет лучше, чем 3 каста молитвы исцеления. Ни разу. Если топовый аэродром, то на КРП обновление не сдалось. Угу. Там же по-разному бывает. Холики подстраиваются под рейд. Когда как. Да тут даже у тебя просто, ну вот у тебя 4000 цифра. С обновлением у тебя было бы 1006 хотя бы. Ну, я парочку кидала. Ну, так не парочку, надо побольше.
тогда маны вообще не будет. Молитву смысла кастовать нету, то есть слишком мощный каст. Он... Так там же есть талант на мгновенке, который, блядь, о, ну разве на ману срезает. Это вот когда вот рейд весь просел, как вторая батя еще просела на пол хп, и весь рейд такой просевший, тогда молитву себе не кастуют, и в конце кругом закидывают. Ладно, хули, ясно все. Я же хилить не умею, блядь. Сейчас сколько хп, блядь, тех? Извините, Сань. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Сирии. Я отвлеку ее на себя. Заберите, что меня бьет? Кайф, когда по 22 тысячи гнев хуярит, а не по 6. У тебя? Ну. То он бывает по 6 хуярит, а так-то критами по 22, это вообще заебись. Он сейчас 21 тысяча звездный, 24 кастует. Блять, написал за энерготосом, а я прочитал за энергоотсосом. У кого что болит? Так, ставлю рыбу. Два паладина летают. Остальные три хила здесь. Не проебите танков. Танки тоже там, смотрите, дамаг слишком дохуя не получаете. Не в ДЦ? Да в ком хотите, ну и не знаю, как удобно. Не, ты в холике, он с паладином можешь летать. Не, я не знаю, там ни разу не летала, я не хочу. В другой раз полетаешь, там десятка где-нибудь. Вон два паладина полетают. Бами не хочет. Ну, ну не летай, хули. А, ну давай летай тогда, Бурибай. Быстрее захилите. Все, поехали. 5, 4, 3, 2. Бля, подавители, кто будет бить слева? Да похер. Приоритетная цель подавители. Потом уже толстые, валдырные и все такое прочее. Летающие сова. Я понял, бля. Suppressors spawned.
во второй раз летающая сова. Ты хочешь в потолок воткнуться? Походу, блядь. Смотри, с третьей попытки, наверное, воткнешься. Я увлекаюсь, хули, кидаю этого, это, блядь. Лунный огонь, блядь. Смотрю, нихуя, блядь. Там где-то подвалька не видно. Срочно надо обновить. Spawn. Куда этот мифик пропал? Не знаю. Что, он же, да, должен был собирать перед... Кто сейчас собирает? Перед Вадиконом? Нет. А не Вадиконом. Кто сейчас собирает? Вадикон должен был собирать. Оп, кто-то не успел. Просто Турпачел упал. Вот, должен был лог собирать, блядь. Не-не, Вадикон раньше. Не, я не спорю, я говорю про этого, про мифика. Ну, мифик позже их. Живой, дай бог, не прибили. Да кто такой вообще этот мифик? Он живет, блядь, практически возле... Жопы мира сейчас, блядь, самый. Я понял, блядь. Опаздываю на лифт. Сука, нет. Да, травокур. Шо смотришь? Шо ты смотришь?
Да, лучше роль ПЖ. Какую роль? Пошли, заходим. Слава, давай не надо разговаривать с самим собой, а? Не разговаривал. Это тебе показалось. Я решил сам себе выдать роль, там все. Я тебе там заметку заполнил, пазырь. Это в новом уроке. Нормально написал, да? Нет, Катрисиси не интересно. Был челик такой, Трисия его звали. Он такой же, как Топа примерно. Да нет, Трисия, блядь, на 4 головы выше был. Ты... Трисия там... Чё, 2.15 ростом? Да не, он небольшой. Откуда вы узнали мой рост, да? Такой тип пиздец. Ну, постоянно с пузырем на РТ сидел, блядь. Бля, ну он отыгрывал будет, ну да. Через где-то там... Ну, это в последнее время так получается. А то потом я раз, меня 2 месяца же нет с пузырем. Чё? Трисия красавчик, нахуй. У него и хилы все были, и танки, блять. Он не сказать, что супер топ игрок, но играл нормально. При этом бухал. Не, он заебись, а их выхуярил постоянно. Каноба бы, сука, сюда потянуть в гильдию. Ой, ебать. Каноб у меня в гильдии не пересидит, блять. Ему надо, сука, успокоительное хуярить пачками будет. Да. Выходите с центра, блядь, это взбреет, нахуй. Ну, сука, зато такие рейды веселые, как он начнет говорить, это пиздец. Там тоже, блядь, определенную надо психику иметь, чтобы его слушать. Один рейд послушаешь, mm-hmm. ладно, но на постоянке его слушать, это пиздец. Там чисто в рейды ходишь, чтобы, блядь, записывать, нахуй, за эти. Вот Настя, она циркулит, в основном одни ДЦП играет. Да. А кто? Если такие ДЦП попадают в рейд, то тогда рейд веселый. Если нет, то а скучно. Там прям, там жесть, бляха, может, насчет циркуля мой. Я не про вас, нет, да? Может, частично? Ну, там даунов дохуя нам. Так и тут есть они, ебать, дауны эти. Даунов, тут даунов будет побольше намного. Мне кажется, но на нет, X5 побольше. Видимо, где-нибудь... Ну, X5, да, X5-то там пиздец, блядь, слезы. Но здесь пиздец. Здесь, если по гильдиям-то, блядь, 80% долбоебов. Прям кто-то начинает там за себя. Кто-нибудь оделся более-менее. Кто-то вперед. Надеюсь, вы это не слышали, да? Угу. На жизнь на 80% долбоёб. Шаман, слышишь, тебя так послушать, короче, один ты красавчик, а все долбоёбы там, новички, блядь, ущербы, мрази, короче, циркуль заебись, блядь, сирус, циркуль говно, хуйня, а чё ты тут делаешь тогда? Ну, просто интересуюсь. Причём всё время первый дохнет везде, блядь. Кера, блядь, кула, нахуй, да-да-да. Он понимает, что он недалёкий. Не, человек. Смотри, я не наезжаю, но просто, блядь, мне не хочется это слушать, например. Новички там ублюдки, или как ты там говорил, там 80%. Ну, это у нас так, он, видишь, пацан помоложе, он такого у него есть, то что вот, где он раньше играл, типа лучше. Типа ему сложнее. Пацан, который сдаёт БЛ случайно, топ, ебать, он вам нужен как никогда. Ну, все слакают, ребят. Причём это, говорит, мои друзья, которые сейчас уже вовку не играют, блядь. Да не, хуй с ним, ошибки, слаки, ладно, бывает. Ну, черни вот этой вот поменьше там.
Я не знаю, по-моему, он это не говорил, что новички какие-то мрази, по-моему. Блять, в РСке, в РСке мы были, я не помню, что он сказал, там разговор был такой. Так надо четко помнить, что человек сказал. Да. Потому что давайте, ты... пройдем быстренько, я понял. Он дохуя пиздит, там все не запомнишь. Надо запоминать правильно, потому что ты, по-моему, не то что сказал. По-моему, такого не было. Отстаньте, я знаю, что вы его не любите. Жалко, он просто все время пиздит, поэтому там нереально что-то запомнил. Жалко, я еще не записывал РС-ку, я забыл, блин, запись включить. Да не в этой, по-моему, РС-ке было. Это не в этой, не в этой, предыдущей. Сейчас мы умрем, да? Ой, сейчас будет 4 FPS у кого-то. Да. Так, 30-шку держу. Бля, Шан, только без обид, а то получилось, что-то мне неприятно, как будто наехал. Да я он, не наезжал, я да просто... Да он отошел нахуй, видишь, не отвечает нихуя, значит его нету здесь. Че, второго агрить тоже, да? Да. Ну, как обычно, блядь, че и говорит, бегает постоянно где-то. Это, блядь, в прошлой гильде у нас один был тип. Тоже, босса убили, все, он АФК сразу. Босса убили, он АФК, босса будем бить, начинаем только нахуй. Его нету, нахуй, ждем, блядь. Ну, люди по-разному к игре относятся. Кто-то может сидеть без отхода, ну, у кого-то дети, там надо отходить. Разные. Не, да там, блядь, там пацан, нахуй, может, лет 15. Может, он передергивать бегает, хуй знает. А, ну, может. Я, короче, беспокоюсь за хилов. Не знаю, Бами новый, Гэндальф не отбегает. Блин, мне отойти надо, да, быстренько, ну, пару если... минут. Давай если быстро. Высвобожденка не будет на меня кидаться, в принципе, нормально будет. Я думаю, надо на страховку спекнуться, потому что там челики сдохнут нахуй, и уже твой скилл не спасет никого. Ну, возможно. Ну, я прям уверен, тут надо 6-го хила, блядь. Потому что там что-то слабо. Не знаю, у меня, видишь... Большой недосмотр по ДСшникам. Я очень плохо ориентируюсь, что они из себя представляют. Потому что у меня абсорба нету в рекаунте. Надо, чтобы кто-то за этим смотрел. А у кого он есть? А у тебя уже там закладка другая должна быть. Там есть какое-то поглощение, но там он не пишет ничего. Там не пишет у меня нихуя. Вот это будет лучше на танке фул фаер сет сейчас или 4Т4? Фур чего? Ух! Ну, просто здесь сет. А. Вообще, это кто уж? Просто у меня крипатов нету. Не-не-не. Это ДК, 4Т4. 4Т4 сохраняй. У меня просто перчаток нету, а грудак на фейер есть. Не, грудак не надо. Ты 4Т4 не нарушай. Оставляй 4Т4, чтоб было. Ты сет оставь себе, а другие шмотки поменяй, да и все. Какие есть там, одень, две, там, три штуки. Чё там забить? Где босс? Танк-то? Да похуй, я потанчу. Да. А? Я бомж. Ну, понял. Тотемы, петов убирайте. Отходим сюда к воротам. Отходите. Захиливаемся. Т4 сдать? Нет, оно не поможет. А понимаю, глыба не помогает. Так, Вадикон, покидай сопроты людям.
СС-ы кому сдавать? Так, кому надо, берите саппорт у Одикона. Вот у него звездочку поставил. Так, сейчас я спекну все СС-ы. Так, сколько у нас локов? Крузис, ну давай ты по Гэндальфу. Ну, а... Притон... Притон по Бами, давай. А сколько надо сопротивления иметь вообще на нее? Да не, за... не парься, не... не запаривайся, слишком... Еще сопроты кому? А 285 пойдет? Пойдет. У меня 560 сейчас. Не, да больше 500 не надо. 560 нормально. Там сколько процентов? 40, наверное. 43-37 пишет. Ну вот, нормально. Значит, это... Значит, на второй фазе все метки звезду, в сторону я скажу, когда... Самое главное, не сдыхайте на притяжке. И на этом... Как он, сука, называется? На бомбах. Вот, бомб 5, одна в кружок, две слева, две справа. Так, давайте проверка. Так, а мне стоят со всеми и на третьей фазе подменять бегать, да? Да. Топа готов. Все готовы. Пошли, танки запускаем. Ледяное дыхание не может дамажить по 5 косарей, потому что на тридцатку дует. При резисте в 500. Ну это щиток, наверное, на тебе висел какой-то. Чуть кривовато. Не близко? На первой нормально. Тяжко будет, готовьтесь там. Беги, малышка, беги! Уходите дальше. Кто-то ответку получил. Бомжи, блять. Вниз спускайтесь, метки. Прячемся. Метки пиздец, конечно. Бейте метки. Бами, сука, прячься за глыбой. Видишь, где кружок на полу падает? От него надо спрятаться за глыбой. Он реально прячется. Значит, у Шутасти крестни Шиниолу. Последняя четвертая падает. Добиваем. Бурибай, покидаешь этот видом? Я же говорил, блять. У тебя что-то напутано, я не знаю, тебе надо что-то менять. Тело и душа вкачивать, всяких бичей не слушать там, которые, сука, хилить не умеют за хули приста. Да, да, да. Да, да, да. Ну я ж тебя перехилил по ХПСу. Значит, я перехилил. Какой момент? Метки вниз. Тело и душа вкачивай, потому что ты не отбегаешь. Это... О, это... Фокус помирал, то, что стоит по ДПС. Фокус бич. Фокус на армуль. Шадо, у тебя как дела? Почему ты сдохший лежишь? Вы там увлеклись центральной?
Ебать, вы слепые, что ли? Убеги, центр. Пиздец, я охуею с вас. Кого-нибудь поднимать? Да, ну, не надо. Нахуя. Они... Они не отбегают, нахуя. Шадоу, блять, как так, нахуй? Не успел бежать, бежал. Ну, пиздец. Это вот как в туалет, знаешь, идешь, блядь, не успел добежать до туалета, обоссался. Ебать. Дай бог, а только обоссался. Готовимся, притяжка будет. Так, отбегаем. Вкачиваем инженерку. Вкачиваем себе эту хуйню. Чтобы все отбегали, блять. Это вообще так не пойдет. Это хуйня какая-то. Первую звезду. Что ты там под дыханием стоишь? Бамми, блять. Фаза 2 выбежали там, мели. Первую звезду и сразу разбить. Пиздец, хилы нах. Топу. Ушатастик. Скидывайся, подходи. Разбивайте две глыбы быстрее. Какой даун морозится, блять? Зачем вы рядом с глыбой стоите? Быстрее вторую разбивайте. Все падает. Три хила лежат. Падаем, блять. Ну, чего падает? Лежат три вагона. Гандальф, Бами, да все хилы лежат, блять. А, кто ну, будет хилить, блять? Я с Хэлла, что ли? Да, это ну, Интика еще живой. Три хила оставил. Уже все. Он 6 хилов. Половина упала. Короче, нахуй. Shadow, бомж, блять, фокус вздыхает, блять, Гандальф, блять, чарь какую-то хуйню набега, блять. Я не знаю. Иди вкачивай таланты вот прям сейчас. Вкачивай себе тело и душа, и неола, не считай ее, и отбегай от каждой притяжки. Можно ботинки на скорость бега зачарить. Ботинки, я не знаю, инжу, любую хуйню делайте, чтобы вы отбегали. Shadow, блядь, то же самое. Чарь на скорость перебега, блядь, эту хуйню себе, блядь, ботинки. Сука. Это какое-то говно, блядь. Вы будете лежать, кто вас, за вас босса будет бить. Нахуя вы тогда тут нужны, блядь? Когда этого Invisible будем в шейм собирать? А у тебя квест есть Invisible сделанный? Тебе не надо шейм? А то он всегда допейсит хорошо. Если он шейм сделает, он, блядь, 50к даст, нахуй. Давайте как-то делайте так, чтобы такой залупы не было, блядь. Рыбу жрите стоит. И будет у нас какой-то... Я поменяла ботиночки с чаркой. У меня... В Зеске, на Мерси. 2 ДК всегда лежат. Нахуя тебе на Дру заходить? Подожди, нахуя? Да какой камень? Не трогай, не кастуй камень. Зачем тебе КД вешать на двух персов? И чё ДПС, блядь? Тут всё хватает. Тут нужно, чтобы хилы не сдохли, блядь. Короче, Бами, ты тут? Брателла? Братан, не отбегай, пожалуйста, в сторону лица, блядь. Там конус дыхания, который Синдра дышит, у него 120 градусов конус. 120 градусов, представляешь, что такое? Это треть круга. Вот круг, который нарисован, это треть круга, если она дышит вот из центра. Нельзя подходить в сторону, где лицо у босса. Надо стоять сбоку ровно. Вот если у звезды милики, то ты должен в кружке находиться. Вторая глыба, на ком морозится. Сука, сейчас будете хуёво играть. Понахуярю ГП, покикаю, блядь, понавешаю КД, и второго рейда просто не будет. Так ты просто считай до трёх и всё. И делай РЧ, то есть РЭД и овер. Shadow, ты... Он за чаркой побежал. Ставьте шкаф. Это какая-то параша, блядь. Отбежать обязательно от притяжки надо. Не знаю, делайте что угодно, блядь. Ну, если у вас лагает комп настолько, что вы никогда не можете отбежать даже с чарками, блядь, значит вам кто... играть в эту игру не надо. Кто умирает? РДД на притяжке? Если РДД, подходите к моменту притяжки ближе к боссу, чтобы лететь меньше. Да. В полете. Да, все тратите... РДД могут и в упор кастить, ну, кроме хантов. Ты ебаните этот, тыкните на сумон.
Еще если вы путаетесь, куда бежать, вы можете повернуть камеру от босса и нажать левую и правую кнопку мыши одновременно. Тогда вы 100% побежите туда, куда вам надо. Вот. Смотрю на лайфхаке. Синтек, а ты что тут делаешь? Он же хилит. Я хилю. А, вон внизу, в правом углу. Далее. Я думал, опять бухаешь. Ну, быстрее. Чтобы не умирать от снарядов, отдалите максимально камеру, чтобы когда стали глыбы, вы могли найти эти кружки. Найти тити. Я вообще думал, пойду сейчас в ГМХМ, это ГС. Я думал, пойдешь пивка возьми. А я хотел. Вот неудачный трай. Сразу высвобожденку. Готовимся, притяжка скоро. Близко уже стоим, видите, как я стою, блядь. Вот возле локтя. Убегаем. Это пиздец, это не лечится нахуй. Что, что это, дурачок, блядь, что эти, Я камера попробовала. Что, вот, то есть, сыр, там сейчас заново учиться играть. Я не знаю, что у тебя, почему у тебя так. У тебя всегда так будет? Я не знаю, у меня десятка, все прекрасно, я всегда успевала добегать. Ну, так, не знаю, надо что-то делать такое, чтобы в 25-ках тоже было нормально. Сейчас будет ГП, блядь. У тебя еще... приз не в гильдии. Ой, бля. Получается гениально. Никого не резал. Неола, у тебя 20 стаков. Неоле похуй, зубы на себя давай быстрее. Смотри, сейчас. А чё, может так и до 20? Вот у него уже 23 нахуй. Зато мы не отбегаем от притяжки, блядь. И Неола нахуй, ну как ты это прокомментируешь? Вот ты мне скажи, почему? Ну хули ГП? ГП-то я накину. Просто, ну как мы босса-то будем убивать с вами? Что это за залупа, блядь? Я бай, да? Я следующий, последний пул будет. Я уйду. Боря бай, да? Пожалуйста. А чё ты уходишь? Да чё вы там забегаете? А то у меня друзья сидят. Я зашёл, потому что, блядь, просто помочь. Я ж, я написал. Ладно, сразу. Ясно, блядь. Нет, я этот следующий пул ещё посижу. То есть сидеть вайпаться не буду. Я по этом. Покажи. Я по этой поэтому и сказал то, что конечно. Бучие, блять. И Неола, ты можешь нормально сыграть, чтоб не сдохнуть, блять. Я не хочу это говно втроем захиливать, блять. Сейчас его дикон резнешь его. И Неола? Да. Дайте имер по Неоле. Дал. Скоро притяжка будет, готовимся. Беги, малышка, беги! Ты опять отните. База. Это не баг, это руки. База. Либо компу пиздец.
Так. Фаза 2. Великие ушли, первую звезду сразу разбить. Ушатастик, как стаки сбросишь, там после второй блога поменяешь. Ушатастик, иди! Следующую звезду будет притяжка. Сейчас выбивают. Да, меняю. Так, стоим. Тоже вперед неси. Отойдите еще. Беги, беги, беги. Решив там. Не успел. Шадоу, давай гимн на хп. Разбивайте все три метки быстрее. Фулл дамаг по меткам. Босс забыли. Неси-ка в сторону, да, и разбейте его. Секунда на него метка прилетит, не заморозь никого. Разбейте его быстрее. Поменяю. Уходи, уходи. Вадикон, помоги похилить. Пока стой. Я под освобожденкой. Следующую звезду. Ближе, ближе, подойди, хан, пожалуйста. Пиздец. Давайте хилим. Разбиваем. И следующую тоже звезду и сразу разбить. Шадоу, давай гимн на ману. Бегу менять. Два хапала, но там поебите. Бами, бами в звезду, 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 блять, бами в звезду. Притяжка. После притяжки разобьем его. Пошли. Захиливаем, как можем, помогаем. А чё вы не можете отойти, сука? Следующую звезду и сразу разбить. Притон. Поднял на фул. Сразу разбиваем. Бами, не спи. Уходи. Так, он реально звезду и сразу разбить. До берсы еще 3 минуты, нахуй. Так что не торопитесь, хуйню не делайте никакую. Блять, давай не зыбку на рейд. Не стакайте обморожение, сейчас ничего не стакайте. Стопнулся ДП. Следующую звезду и надо будет всем ровно в кружке стоять, чтобы скинуть. Бами, блять, не сдохни. Вставайте в центр метки, пожалуйста. Скидываем все 5 стаков на нас. Разбиваем. Следующую туда же. Будет. Отойдите, притяжка. Блядь. Там притяжка же, нет? А, в следующий. Так, да. Бегу, бегу, бегу. Отойдите. Вот сейчас притяжка. Давай, Вадикон, подхиливай там. Этот Энх тоже начинай хилить. Бурибай тоже флешкой хиль. После перетяжки меня разобьете. Бегай. Хильте самое главное рейд. Разбейте. Блять, разбейте. А куда хэлла вниз? Сюда же? Танка подхильте, пожалуйста. Ага. Я сейчас умру. Хэлла разбивайте, забирай, отворачивать босса, отводи. Блять, разбейте глыбу с хэлла, РДДшники. Сука, все по пизде идет нахуй. Говно ебаное, блять. Вот с вами лежачими, блять, челиками нахуй. И как, чё скидывать? Да идите в очко нахуй. Блять, пиздец, блять. Слав, дай адрес, я тебе на упасит по почте отправлю. У нас, может, хилы умерли, потому что я подумал. Да залупа у нас умерла нахуй. У нас РДД хилы умерли, освобожденка висит, нас слишком мало. Пизду, да, нахуй, ебаный в рот, нахуй. Я всю третью фазу был под освобожденкой. Короче, заходите на замену, кто есть на замене, нахуй. Меня эта хуйня не устраивает. Короче, вот эти игроки нам не нужны, блядь. Вот и Неола сдыхает, блядь. Надо нормальных каких-то людей, блядь. Фокус тоже, когда он сдох, нахуй. Ты тут, Фокус, блядь? Я тут, у меня бывает. Надо говорить не тут ты, блядь, Фокус, а надо говорить... Ты тут, мой друг.
На, да, фокусы не, на фокусы не пиздите, это топовый игрок. Фокусы висит, блядь, ребенок на руках, нахуй. Я сижу, вот на руке висит налево ребенок. Бами в звезду, бля, бами в звезду. Не балуй такую хуйню, блядь. Делайте что-то, блядь, чтобы нормально играть, нахуй. Потому что смысла нет с вами играть. 15 единичек до превознесения осталось. О, бедо. Нихуя, он уже 270. Кто еще там есть, блядь, онлайн? Он еще фулл Т4, если что. Рвись-то сюда. А может, а он не пропускает рейды? Мега хорошо. Ну, ебать, здоровенный хуй. Кто просто там еще? Бенстиллер Валай бьет. Надо тоже в рейд его. Тут сегодня Биг Дэм попросил Кару помочь, в итоге на засоке там шел от Т4. Сюда, блядь. В итоге ему нихуя не упало, а я два куска залутал. Где они там еще в ФК, блядь? Ровист. А на кого ты залутал? На распятке не будет, или что? Ршаму. Я не знаю, блядь. Тут надо босса убить, нахуй. Тут люди не играют нихуя. Курдон как... минут пока. Да какой ДЦ, блядь? Не надо никакого ДЦ. Мы таким составом Багеру, блядь, никогда в жизни не закрыли 25-ку. Где Ровист? Да. Пиздец, блядь. Вот тебе и замена. Какая-то замена, блядь. Пельмени, блядь. Мы никакие пельмени не ждем. Давайте, ставлю рыбу. Алло. Слышно? Алло. Алло, да. Сейчас это Бенстиллер. На локу зайду. Давай. Слышал, Бенстиллер. Попроще разговариваем. Давай пену нахуй под стол. Алло. Чё там с деньгами? Да. Какими деньгами? Которые я вложу. Куда? Капитал прожиточного минимума. Капалыч, нахуй. Кутерентьев. Кому звонишь, блядь? Я не помню диалог.